Всем привет! С вами снова Тарко, и нет, ребята, это не очередной документальный фильм по сампу или видос о беспределе. Это видеообращение с просьбой к вам, мои дорогие подписчики. Не переживайте, ребят, я сегодня не ограничусь этим видосом. Буквально через 5 минут после того, как я закончу с этим видео, я займусь документалкой. И уже сегодня к вечеру или завтра утром вы сможете ее посмотреть. А сейчас давайте поговорим, собственно, о том, ради чего я и создавал это видео. Ребят, вы все знаете, что много лет назад, как раз когда мой канал начал резко развиваться, я ушел с сампа и занялся своим проектом по Майнкрафту. Да, не спорю, это было веселое время, и оно прошло недаром. Но вот мой канал, которым я вообще не занимался, за все эти годы очень сильно пострадал. Потерял очень много подписчиков, а многие из тех, кто остались подписаны, вообще забыли пароли от своих аккаунтов. Короче, ребят, чему я веду? На днях мне пришло сообщение от моего старого подписчика, который, как и многие другие, не ожидал моего возвращения и отписался от канала. Само сообщение я показывать вам не буду, а просто в двух словах передам его смысл. Итак, он написал: «Тарко, ё-моё, ты вернулся! Я смотрел тебя еще с 2011 года. Ты красавчик, что вернулся, а я и не знал. Мне знакомый написал, что ты вернулся, и я вот сразу решил написать тебе. Я очень сильно рад, что ты решил возродить свой канал. Удачи тебе, Тарко!» В общем, пообщался немного с этим парнишкой и задумался. Ёлки-палки, так реально многие-то и не знают, что я вернулся в сам, и нужно с этим что-то срочно делать. Думал я, думал, и ничего лучше не придумал, как обратиться к вам за помощью, мои дорогие подписчики. Итак, ребят, о чем же я хочу вас попросить? У всех вас есть знакомые, с которыми вы раньше играли в сам, но по каким-то причинам перестали играть. Или знакомые, с которыми вы сейчас играете. В общем, ребят, не поленитесь, напишите всем своим знакомым в скайпе, вконтакте, в одноклассниках, да вообще где угодно, и сообщите о том, что Тарко вернулся, и скиньте им ссылочку на один из моих новых видеороликов, который вам самим больше всего понравился. Кстати, даже если вы напишите человеку, который раньше и не был подписан на мой канал и не знал о существовании Тарко, то это все равно пойдет только на пользу каналу. Так что, ребята, я на вас надеюсь и верю, что у нас все получится, и вместе мы возродим наш канал. Не откладывайте это. Прямо сейчас возьмите и напишите друзьям и знакомым, что Тарко вернулся. Всем спасибо за внимание, с вами был Тарко, и всем удачи!